Алло, здравствуйте. Можно заявление можно оставить вам? Ну, заявление оставить вы не можете, информацию можете передать. Могу информацию передать, да. Да. Как вас зовут? Так, меня зовут Григорий Федорович, фамилия моя Черешня. Так, секундочку. Алло. Число, месяц, от рождения. 2/12/89. Проживаете где вы? В Донецке, здесь местный. Город Донецк. Улица? Улица Щерса, 1. Угу. Контактный номер телефона? Ну, тот, от которого звоню. Продиктуйте, он меня не высветился. Так, сейчас. Так это вы с городского звоните, да? Да. Ну, с моего, это мне дали номер. Подарили давно уже. Ну, это городской или мобильный? Не, мобильный. 071? Нет, 925. Хорошо, дальше. 049. 28-20. Угу. Все, давайте по существу. О чем вы хотите? Так, по существу, смотрите. Я, в общем, люблю гулять по кладбищу ночью. Мне нравится гулять по кладбищу. В общем, иду сегодня по кладбищу, представляете? Тут могила Александра Захарченко, нашего героя ДНР. Вся в говне полностью. Так, обосрано, обосрано вообще. Вы в Донецкое море ходили? Да, Донецкое море, да. Да. Просто у него все лицо, вот это на могиле, все в веснушках. Там, не знаю, кто-то срал так серьезно, там все в помосе, там все вообще, там, может, приедете с тряпочкой и помоете? Конечно. Просто как-то обидно, знаешь, герой ДНР. Да, герой ДНР без говне сейчас, понимаете? Вообще обидно. Угу. Чуть не расплакался, я только видел его здесь обосранный. Угу. Что вы еще там заметили? Подозрительного, да? Ну, подозрительного, конечно. Мы уже видели, кто это сделал. Да не видел. Там такой, скорее всего, крупный мужчина сделал, потому что там реально там напор был серьезный. Ну, очень серьезный. Там, ну, прямо все облито говном. И написано «Слава ДНР», на руке пальцем, наверное, скорее всего, рисовал. Как-то будете реагировать? Конечно. Может, это авиацию поднимете там, спецназ, чтобы на поиске этого хулигана? Ну, думаю, скорее всего, да. Так, ну тогда действуйте. Да, спасибо за информацию, всего доброго. Да, я буду контролировать.